-5% не для всех. С 1 июля благовещенцев ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. Пес в пальто. Горожане покупают для своих собак фирменные курточки и ботинки. Не открывая книги. Знакомиться с произведениями амурских авторов благовещенцы смогут в обход библиотеки. Об этом и многом другом расскажем в выпуске информационного агентства «Город» в студии Кристина Добровольская. Здравствуйте! В Приамурье замечен первый в истории региона миллиардер. Он живет в Благовещенске и занимается оптовыми продажами. Такие данные налоговые инспекторы получили по итогам декларационной кампании прошлого года. О них и о новшествах года наступившего специалисты рассказали сегодня на пресс-конференции. 60% амурчан уже заплатили имущественные налоги. Сделать это по закону нужно было до 1 декабря. Впрочем, у тех, кто не успел, есть время до 1 мая. Пеня ближайшие полгода начисляться не будет. Причиной отсрочки послужил переход на новую систему расчета налога на имущество на основе кадастровой стоимости квартиры или дома. Амурчанам дали время разобраться с начислениями. Касается это, впрочем, только налога на имущество. На неуплаченные транспортные и земельные налоги пеня уже идет. Еще одно важное изменение касается борьбы с квартирами-невидимками, точнее, с их владельцами, которые уклоняются от уплаты налогов и не регистрируют вовремя объекты недвижимости. Начиная с 1 января 2017 года налоговые органы вправе рассчитать налог на такую квартиру за 3 предшествующих года. Кроме этого, будут применяться штрафные санкции к тем налогоплательщикам, которые не исполнили обязанность по уплате налогов в размере 20% от суммы рассчитанного налога. Обещанное снижение стоимости электричества в новом году коснется только промышленных предприятий. Для рядовых амурчан тарифы, наоборот, подрастут. Насколько знает Мария Селезнева. Она попыталась разобраться, из чего складываются цифры в квитанциях и почему они увеличиваются каждый год. На 2 рубля за 10 лет. Так менялся тариф на электричество для жителей частных и газифицированных домов. Еще медленнее плата за свет повышалась для амурчан, использующих электроплиты. При этом она была и остается одной из самых низких на Дальнем Востоке. Новый скачок цены на коммунальное благо благовещенцев ждет теперь в июле. Стоимость увеличится на 3,5%. Для сравнения, в прошлом году прирост составил всего 1,5%. Население не платит 100% стоимости электрической энергии, но есть нормы действующего законодательства, закона об электроснабжении, которые нам говорят, что до 2021 года должно произойти ликвидация этого субсидирования, поэтому рост тарифа для населения должен быть более опережающим. Если закон не изменится, тарифы будут расти еще быстрее, пока же их ограничивает инфляция. В новом году, по прогнозам, она составит 4,7%. Сдерживать ставки ниже этого уровня уже удается с трудом, признаются коммунальщики. Для осуществления нашей производственной деятельности нам необходимо своевременно закупать топливо, материалы для выполнения производственной программы, химреагенты, оплачивать услуги электроснабжения, что в свою очередь растет не на инфляцию, а гораздо выше. А как видите, тарифы у нас растут ниже инфляции. С 1 июля на 34 рубля подорожает отопление, на 93 копейки – холодная вода. Не вырастут цифры разве что в графе за содержание и ремонт жилья. Правда, только потому, что тарифы управляющих компаний утверждают сами собственники. Больше половины благовещенцев не меняли их уже 3 года. Радоваться этому, впрочем, преждевременно. Работать в убыток управляйки точно не будут. Так что жителям домов с замороженными тарифами остается лишь надеяться на порядочность коммунальных фирм. Мария Селезнева, Михаил Величкин, программа «Город». За 10 дней Нового года с городских улиц вывезли 89 тысяч тонн снега. Специалисты ГСТК продолжают работать в круглосуточном режиме. Проконтролировать процесс накануне снова выехала комиссия во главе с мэром города Валентиной Калитой. В рейде побывала и наша съемочная группа. Так, докладывайте, что сейчас здесь, какие работы идут? Улицу Зейскую приводят в порядок не только силами дорожного подразделения ГСТК. В помощь привлекли 10 дополнительных самосвалов и больше 20 рабочих. Сейчас они очищают от снежных валунов обочины и парковки. За полдня с квартала между Театральной и Политехнической вывезли 750 тонн снега. Хотя проходит этот участок не в первый раз. Сложность нам добавляют машины, в основном на припарковочных зонах. Бывает, что возвращаемся по 2-3 раза в день. Вот на данном участке мы уже второй раз сюда возвращаемся, потому что здесь, сами понимаете, поликлиники, все, машин было очень много.
Скорость уборки, где-то мы проходим за день 2-3 квартала. Дорожники не раз напоминали, что в первую очередь они очищают самые загруженные участки и те, что вызывают нарекания у жителей. Сегодня проверяющие в этом снова убедились. Граждане обращаются, что в кое-каких районах и перекрестках слабо убирается снег. Но на сегодняшний день мы увидим, как все это происходит, сколько техники дополнительно было выделено. Техника у нас налицо, вся в городе, вся работает, трудится. В целом замечания есть, но несущественные. Возможность оценить уборку города лично появилась и у общественников. Впервые в контрольном выезде приняла участие председатель ООСа. Полезно ездить смотреть по городу. То есть, зная свой участок и зная участок, допустим, микрорайона, я здесь не бываю, их проблем не знаю. Теперь вижу, что делается, чистится везде снег. Перед Новым годом была во Владивостоке, в Хабаровске. Хочу сказать, что у нас хозяин все-таки лучше в городе, чем там. Мы сегодня вместе одной командой смотрим, как лучше содержать город, как лучше его убирать. И смотрим, насколько сегодня осуществляется вывоз снега, потому что на сегодняшний день это остается самым главным. Главное, основные мероприятия по очистке улиц, они завершены. Сегодня важно вывести снег, чтобы весной не было проблем. Совместно следить за чистотой в городе и повышать комфорт жителей, представители власти и общественники намерены и впредь. Ольга Савина, Михаил Величкин, программа «Город». Часть зданий горбольницы, что в переулке Уралова, возможно, снесут. Судьбу пустующих помещений обсудили на совещании при губернаторе Амурской области. Перед совещанием Александр Козлов лично осмотрел помещение. Комплекс объектов площадью 14 тысяч квадратных метров, принадлежащих горбольнице, освободился в октябре прошлого года, когда ввели в эксплуатацию новый хирургический корпус. Часть здания занимает центр «Белая роза» и третья поликлиника. На совещании прозвучали различные предложения по использованию пустующих квадратов, разместить там женские консультации или детские поликлиники. Однако в этом случае потребуется реконструкция, которая обойдется бюджету в 1 000 000 000 рублей. Дешевле будет снести здание и предложить инвесторам выгодный участок, к примеру, для строительства туристического комплекса. Все предложения проанализируют и примут окончательное решение. В Москве на Поклонной горе возвели Благовещенскую триумфальную арку. Главную достопримечательность столицы Преамурья выполнили изо льда. Сейчас в столице России проходит традиционный фестиваль «Ледовая Москва в кругу семьи». Тема сезона – путешествие по России. В центральной части выставки – стена Московского Кремля, 10-метровая Спасская башня и композиции, посвященные северу и югу России, Дальнему Востоку, Уралу и Сибири. Из прозрачных блоков льда скульпторы создали и триумфальную арку Благовещенска. С серебряными медалями из ЦЦКара домой вернулись хоккеисты «Темпа». Там они приняли участие в турнире 40+. И хотя заняли только второе место, запомнились китайцам прежде всего жесткой игрой. Шанс показать себя еще раз и порадовать болельщиков победой у наших игроков будет. В субботу на реке Амур пройдет международный турнир. Первыми на лед выйдут хоккеисты 10-11 лет из форварда. Молниеносные атаки, скоростные передачи и неизбавляемый темп. Тактика в игре с китайцами направлена на максимально быстрые голы. Чтобы выиграть, у мальчишек будет всего 10 минут. Нападающий Гордей в хоккее около 3 лет. Начинал с амурских рысей, потом перешел в форвард. Признался, забивает немного, но в матче с китайцами выложится на все 100, чтобы отстоять границу. Конечно, это будет трудно, холодно будет. Ну не так, как 3 периода. Ты сел на лавочку, отдохнул там в тепле, вот как тут, и вышел с полными силами, проиграл, а тут устаешь сильно. Усложняет ситуацию то, что команда тренируется порознь. Те, кто учится с утра, на лед выходят с обеда. И наоборот. Но перед важным турниром форвард старается чаще собираться вместе. Недавно даже на каток ходили, чтобы привыкнуть друг к другу и к морозу. На открытом воздухе ребята не играли больше года. На морозе тяжелее играть, то что из-за сильного мороза очень лицо это как замерзает. У нас есть как подшлемники, чтобы их как одевать, а потом шлем наверх. Ну, и там как более-менее. Не совсем холодно. Особой подготовки к игре на открытой площадке требует и главный атрибут хоккеистов – коньки. Конечно, здесь мягче лед, там пожестче лед. Другой желоб нужен на конечках, конечно, что. Я думаю, эту проблему тоже не создаст. Наверное. Наточим как надо, выйдем. Я думаю, что обыграем.
Брать соперников решили тактикой. То, что она у нас пока лучше, уже доказали форварды помладше. В первом этапе «Доброго льда» они обыграли команду из Поднебесной со счетом 8-2. Юлия Мишернова, Михаил Величкин, программа «Город». И к другим темам. Чипирование домашних животных станет обязательной процедурой в следующем 2018 году. Приказ промаркировать всех питомцев в стране выпустило Министерство сельского хозяйства. Сейчас его специалисты разрабатывают план внедрения идентификации. Уникальный 15-значный номер для своих подопечных нужно будет получить как фермерам на каждую корову, лошадь и прочий скот, так и владельцам квартирных собак, кошек и даже попугаев и рыбок. Причем у хозяина животного будет выбор – либо ввести питомцу микрочип, либо сделать татуировку. Идентификационный номер пригодится в случае, если питомец потеряется или убежит. Владельцу будет проще его найти. Хвостатых героев нашего следующего сюжета хозяева узнают по одежке. В январские морозы своих любимцев одевают все больше благовещенцев. При этом считают, что теплая обновка может спасти четвероногого от переохлаждения. Так ли это в действительности или гардероб для собак всего лишь хозяйская блажь, разбиралась наш корреспондент. Чуй! Иди, мой хороший, иди, мой мальчик. Молодец. На своего тезку из «Звездных войн» полугодовалый мопс Чубака совершенно не похож. Его шерсть куда короче. Зимой Чуи греют модные вещички. Как у настоящего мужчины, гардероб небольшой. Всего две курточки. Одну из них хозяин мопса Денис заказал недавно по интернету. Вдобавок приобрел ботиночки, чтобы с питомцем можно было гулять подольше. Правда, оценил обновки Чубака не сразу. Ой, ну сначала, естественно, мы капризничали, мы упали лапками кверху, сказали, мы ходить так не будем, категорически отказывались, но, как и любое дитё, покапризничало, потом встало и пошло, и все. И спокойно теперь совершенно как к обуви, так и к одежде относимся. К сожалению, уже практически ничего не осталось, уже сезон закрыт и будет привоз уже только весенней коллекции. Теплую одежду расхватали еще в конце осени, рассказывает владелица салона для четвероногих Юлия. Ее клиенты ценят эксклюзив – модные комбинезоны, косухи из натуральной кожи и даже собачье пальто с отделкой из норки. Совсем не дешевое. Его, к слову, забрали сразу. Однако сама профессиональный грумер к одежде для собак относится с осторожностью. Выставочные породы нежелательно одевать в одежду, дабы начинают волосики спутываться. Как правило, это приводит к ломке волоса, соответственно, такой длины, которой нужно выйти в ринг, уже собачка не сможет достичь. Лучше шить из натурального шелка с натуральным подкладом шелковым одежду специально для йорка. Тем более, что у йорков нет достаточного подшерстка, добавляют ветеринары. Как и у многих других декоративных собак. Прогулка без одежки для них может быть чревата простудами. Для короткошерстных пород собак, в принципе, это является необходимостью, потому что они в холодное время года, особенно зимой, довольно-таки сильно мерзнут. Прогуливаться с ними без, если теплой одежды, без комбинезонов, можно в течение 15 минут. Если есть комбинезончик, то можно подольше, то есть до получаса. Закрывают в первую очередь лапки, потому что они контактируют с холодным снегом, с холодной землей. А для длинношерстных собак одежда – способ защитить животное от загрязнения и сэкономить силы хозяина, чтобы лишнюю свободную минутку можно было потратить на игру с питомцем, а не на его мытье. Юлия Мишурнова, Андрей Белый, Денис Лугов, программа «Город». На следующей неделе в городской библиотеке имени Чехова заработает электронная книжная полка. Чтобы оценить это новшество, выбрать и почитать нужную книгу, благовещенцам не придется оформлять читательский билет и даже заходить в библиотеку. Почему, знает Ольга Савина. Идею благовещенские библиотекари подсмотрели у коллег из Владивостока, а воплотили ее в жизнь самостоятельно. Место на первой в Приамуре электронной книжной полки займут произведения местных авторов, изданные за последние 10 лет. Ради продвижения краеведческой литературы библиотекари даже готовы к возможному сокращению числа своих читателей. Приоритет для нас все-таки, чтобы люди читали. Кто-то, может быть, да, скачает, ну, то есть откроет эту книжку на гаджете на своем и прочитает, и не зайдет в библиотеку. Но я надеюсь, что все-таки большинство захочет взять эту книжку в руки. То есть откроет ее, почитает и скажет, лучше я пойду в библиотеку и я возьму эту книжку. А может быть, есть что-то еще этого автора, чего нет в электронном виде. Будущая электронная книжная полка будет довольно вместительной, почти 2 метра длиной и 0,5 метра шириной. Хотя в буквальном смысле это все же не стеллаж, а баннер, на котором распечатают изображение корешков 15 книг. Его разместят прямо на крыльце библиотеки имени Антона Павловича Чехова.
Воспользоваться электронной книжной полкой сможет любой желающий. Только вместо читательского билета необходим смартфон. Считываешь при помощи специальной программы QR-код на понравившемся издании и просвещаешься. Такой быстрый и удобный способ, по задумке авторов идеи, должен привлечь в первую очередь активных пользователей гаджетов – молодежь. Сейчас книги местных авторов берут для прочтения в лучшем случае раз в полгода. Нововведение может исправить ситуацию, ведь электронные полки планируют разместить во всех городских библиотеках. Ольга Савина, Денис Лугов, программа «Город». И на сегодня это все. Напоминаю, наши новости всегда в доступе на tvgorod.rf. Звоните в редакцию по телефону 52 42 02. Приятного вечера и до встречи в эфире.